Уважаемые телезрители, считаю необходимым обратиться к вам по ситуации, которая многим известна, но кто-то, может быть, не знает о той большой беде, которая произошла на прошлой неделе у нас в крае. Произошло массовое отравление наших граждан отравленным суррогатным алкоголем. Граждане через систему интернет приобретали виски, и этот напиток содержал метиловый спирт, который очень опасен и является смертельным ядом. 14 человек, кто-то в больнице, кто-то на дому, даже не успев обратиться в больницу, скончались по этой причине. Следственные органы, органы внутренних дел края ведут самую активную работу по расследованию данного преступления. Преступники арестованы, они пришли с повинной, дают сейчас активно показания, на основе их показаний изъято большое количество этого алкоголя, который поступил в край. И тем не менее, есть предположение, что какая-то часть алкоголя остается у населения, кто-то купил, где-то нерадивые люди, преступники пытались выбросить, уничтожить этот алкоголь, но не все бутылки были разбиты, и есть вероятность, что какая-то часть этого отравленного алкоголя еще не изъята и не уничтожена. Следственные органы примут все необходимые меры, чтобы это уничтожение произошло. Но тем не менее, я прошу всех красноярцев, всех жителей края, будьте внимательны. Если эти покупки были связаны с интернет-системой, не употребляйте. Проверьте, уничтожьте, но сохраните себе жизни. Я еще раз обращаюсь ко всем зрителям. Будьте внимательны и берегите себя. А преступники понесут заслуженное наказание.